Так, а я даже знаю, где, в какой он комнате. Блин, это было круто. Ей, всем привет, дорогие друзья! С вами Димас, Радекс, Васаби, Куёка, пацанчики, поздоровайтесь! Всем привет! Всем здорово! Давно у нас не было рубрики «Аниматроники пугают охранника». Я буду сегодня играть за аниматроника, а пацаны будут потерпевшими охранниками. Если тебе текушки, приятного аппетита, а мы начинаем веселиться. Да крой дверь, Радекс, дверь закрой! Да я добрый, да чего вы боитесь, я добрый! Ну хотя я сейчас-то... Ого, добрый, я твои зубы вижу. Ну, видите, добрый голос. Йока, а ты вот в челюсти, слышь голос? Давай, Радик, открой, давай отсюда. Так, Дима, ну. Открой! Ты не успел, не успели вы двери закрыть. Отлично, ребята, сразу видно, вы поставили лайк, подписались на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день. И кто сейчас подпишется, тот просто красавчик. Дим, вот это... Я понял. Ну вы просто случайно проходили, видите, я всех хочу убивать сегодня. Да, спасибо, Дим. Открой дверь, пожалуйста. You can't eat pizza all the time. Ох, ты успел! Буквально на соплях зайти. Представляете, как красавчик? Все, Дима, поехал вниз. Я поехал, давайте, пока. Да. Прогуляемся. В следующем году. Так, Радость, давай. А что так долго? Аж в следующем году. Ну, потому что мы лифт сейчас сломаем. Все, я еду к вам, я еду к вам. Дверь закрой, Рон. Чё, тварь? Радекс, тронешь дверь? Ну чё, видно меня или нет? Видите? Нет. Нет, не видите. Ну, это хорошо. Я чувствую твой запах. Всё, опять напердел? Да. А, блин, закрыты, молодцы. Вот, тебе хочешь, ты сюда сядь, я... Да, блин, да вы чего двери-то... Опа, опа, тут кто-то ходил. В смысле, не понял? А, никто не ходил. Ну, блин, мне показалось, что ходил кто-то. Знаешь, как-то больно умирать. Радекс, дверь закрой. Так, ладно, ладно, они здесь загородились своими вонючими преградами. Вот, ай, зараза, а, я знаю, ребята. Да ты троллишь меня, что? Да ты смотри, я тут жопу нюхаю аниматроника, они балуются дверями. Хорошо, хорошо. Вы меня разозлили. Там дверь у вас быстро закрывается, хорошо, я ухожу. Классно ушел, Дима. Что? Да. О, я знаю, ребятушки, я придумал, кого надо взять мне, чтобы было интереснее. Вот. Не бери невидимых аниматроников. Маленького взял какого-то. Нет? Я застрял. Дверь сломали. Да давайте, пацаны, я иду к вам ко входу. Чего вы двери не открываете? Привет. Открывайте двери, открывайте. Да ты чё, не-не-не. Ну, пожалуйста, открой эти двери. Кушать хочешь? Да, я хочу тебя съесть. Ух ты. Слушай, а можно я тебя съем? Ну, блин, я думал, решетку можно съесть. А эта решетка на карте не естся. О! Отлично, отлично, ребята. Дверь была. А вы не знали, что так... Дверь. Да, кстати, там же есть щелка, я в щель пролез. Ладно, давайте возьмем побольше аниматроника, потому что это какой-то читерский был аниматроник. О! Так. Мне кажется, они у тебя щелк. Он просто дверь выбит. Он невидимо встал. А, нет. Нет, я могу телепортироваться просто мгновенно. Я подумал, ты невидимо встал. Слушай, Дима, твои вот... Мне кажется, слишком большие руки. Все, побежал. Так. Вы должны слышать эти страшные шаги.
где Дима? Меня это пугает. Пойду проверю. Иди, лезь. Отойди ты! Ты чё, тварь? Открой! Открой! А я возле двери хожу. Возле двери хожу, никого не вижу. Я знал, что ты будешь сейчас выходить. Отлично, ребята, отлично, напугал. Я смог это сделать. Хорошо, давайте возьмем другого аниматроника. Сегодня, ребята, буду брать разных. О! Ого, кабан. Что ты пугаешь? Дима, мне кажется, ты большой. Я даже какой большой, я просто гигантский. Моя голова трется об голову. Должны искры идти от потолка, от того, что я трусь. А помните такого аниматроника? Да, это фанатский этот, как... Типа зараженный или что такое, я уже не помню. И звуки не издаю. О, интересно, могу пролезть? Ой-ой-ой, жопа застряла! Тихо-тихо, жопа застряет! Осторожно, ладно. Очень большие аниматроники. О, моя любимая. О, привет. А вот теперь я вам дам просраться. Да вы за... Ну, постой. Почти я тебя не вижу. Кто будет открывать дверь, я буду просто мочить, отлично. А вот теперь расп... Ты смотри, а? Я зайду, я хочу зайти. Дим, калитка открыта. Я иду, я иду. Ну что? Ну что? Заразы такие! Ладно, все, я поехал на лифте. Давайте, пока. Да блин, хотел убить, не смог. Это зараза, а? Кстати, а че я проваливаю? А вы не хотите ко мне спуститься сюда? Ну, если можно РПГ, то я спущусь сразу. Ну давай, 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 бери РПГ, спускайся. Ладно, я спускаюсь, Дим. Давай, я тебя жду. Привет. Ой, меня сейчас раздавит. Я внизу тебя жду. Да там просто кое-кто на лифте застрял. Дима, как ты меня убил? А что ты хотел? Пожалуйста. Я жестко хотел. Возьмите лифт вниз, пожалуйста. Ты что там сидишь, крыса? Я застрял. Дима! Я был наверху, я вас просто обманул. Я вам скажу так, вызовите, пожалуйста, лифт наниз, потому что я на крыше лифта застрял. А, ты на крыше лифта застрял? Все, я еду вниз, я еду вниз. Да кто там сидит? Радик, дверь закрой, Радик, дверь закрой. Что-то с лифтом, пацаны, не то. Все, давайте, я поехал. Вы что, мне войну объявили? Вы хотите со мной повоевать? Хорошо, давайте. Давайте повоюем. Я готов. Ты чего? Эй, вы что гранаты бросаете? Так, давайте. Я его не туда... выпускаю. Я беру туда жестче аниматроника, намного жестче. Радекс, дверь закрой, Радекс. Радекс! А что, дверь открыта? Да. Так, я иду, я иду. Подожди, Радекс, открой дверь. Я скоро когда закрою. Ну что, я еду к вам, пацаны. Куяк, отойди, куяк, отойди. Смотрите сейчас, как я их буду гачить, они даже не пострадают. О! Дима, ты офигел? А что вы хотели? Я же сказал, что вы мне войну объявили. Зря вы это сделали, зря. Да, ну понятно. Ну давай, давай, я тебя жду. Жди. Давай, жду. Ребята, ну что, сегодня тот ролик, когда все-таки они решили со мной повоевать? Зря. Да, Дима. Зря, зря, зря. А. Я вам уже сделал засаду, готовьтесь. О, давай я тоже возьму это. Засада готова. А знаете, что можно взять? Что? Гвоздомет. А это нечестно. Почему? Я не понял. Вот так вот. А что вы хотели? Гвоздометом надо уметь пользоваться. Если ты не умеешь им пользоваться, то он тебе не поможет. Через текстуру убиваю. А что вы гвоздомет хотите использовать? Я не разрушаю вам. Ну блин, ребята, это весело. Это... Обязательно ставьте лайк. Это один к настроению. Каждый лайк добавляет настроение и вам, и нам.
Ты чё, дурак, что ли? Все, я этот поменял тактику. Я теперь ушел из этого места. Давайте. Подаю вам ближе подойти теперь. Ах ты! Хуёк, а ты сильно близко подошел. Нет, я вас вижу. Видишь на ролике, как это весело. Это очень круто. Так, жду. О, блин, обошел подлец такой. Хорошо. Нет, тебе нельзя. Я не разрешаю тебе проходить здесь. Так, там с гвоздометом какой-то челик прошел, я видел. Ты как прошел, подлец? Есть. Текстуры, нечестно! Нечестно, ты можешь домет меня пригвоздить. Дима. Я тебя что не пригвоздил, мне кажется. Все, я заныкался. Ой-ой-ой-ой, что там творится, ребята? Ну, это так не работает. Живым не даемся. Ха-ха-ха-ха! Друг друга мочат. Так, давайте подойдем, дадим им ближе подойти. Не понял, Дима. Ну так вот, а что ты хотел? Надо, хватит дверь закрыть. Всех своих. Ой, я помню, что здесь пасхалочки есть. Так, давайте потихонечку. Я вижу, Дима. Где ты меня видишь? На тебе за то, что ты меня видишь. Я увидел Диму. Есть. Ребята, это тот случай, когда я не дам себя пригвоздить. Это невозможно. Дима, стоп. Вы должны догадаться, что можно еще применить, какое оружие. Кстати, у меня всего 10 тысяч жизней. Не, ну головой красиво ты ударился, я красиво. Знаешь, чем можно работать? Давай. Эй, админский пистолет. Мы не договаривали. Угодник одет, короче, ребята, против меня все оружие, которое у них есть. Давай админский петух. Админский петух? Ты что, по своему гороскопу сейчас берешь там оружие или что? Ой-ой-ой-ой, как он красиво хочет меня убить. Ну, ребята, ну подумайте, какое еще оружие у вас? Ой-ой-ой! Атомная бомба! Нет, давайте такое, без атомных бомб, потому что это прям читерски вообще будет. У вас же есть оружие, которое очень много жизни выносит. Ну, я вам подскажу, вы начнете его использовать. Не буду подсказывать, догадайтесь сами. Нет, не пистолет, хуёк. Нет, без админского пистолета. Какое еще оружие есть, которое может меня убить из-за угла? Из-за угла? Из-за угла? Ну, какое оружие? Ну, я сейчас скажу это слово, вы сразу догадайтесь, какое оружие можно использовать. Нет. Валькирия ракет? Ну, давайте, я вам даю все-таки догадаться. Если вы не сможете, я вам подскажу какое-то оружие, которое меня убьет с пару выстрелов просто. Пару выстрелов. Пару выстрелов. Я знаю. Ну, давай, Куёка. Я поверю. Ну, давай, какое это оружие? Ну, не снайперка, сразу говорю. Не снайперка. Ну, давай вот проверим. Да, Дима! Ну, догадайся, ну ты сможешь, я в тебя верю. Господи. Это секретное оружие, только для меня. Дима, иди сюда. Ладно, давайте я вам подскажу. Не надо, стой. Дима! Ну, давайте. Я бы догадался сразу, какое оружие меня убьет. Электроканон. Не. Дим, можешь выйти сейчас на меня? А! Тварь! Не убили! Ладно, это, кстати, первая смерть за этот ролик. Хорошо. У вас хорошо получилось это сделать. Так, теперь выходит Фредди на охоту. Так, сейчас запетляю. Вот сейчас давайте, ладно, скажу всем же подписчикам и зрителям, интересное оружие. Вы что, не могли догадаться, шары АР-2 как убивают? Это... В смысле? Ну, шар АР-2 отталкивается от стены, убивает сразу по 3-4 тысячи выносит. Вы не могли догадаться? Я думал, какой-то там из модул. Так вот, видишь, для того, чтобы надо быть умным, надо использовать минимальный свой уровень мозга. Ну, так как я умный, я закрылся. Так как я умнее вас, я уже закрылся в комнате, и дверь эту не пробить. Кстати, если этот ролик наберет очень много тысяч лайков, в принципе, это и так будет. Мы скачаем мод на разрушение дверей, и дверь будет просто вылетать от выстрелов. Спасибо, что закрыл, открыл дверь. А! Дверь! Закрывайся! Дверь, тварь! Блин! Так, смотрите, как меня хотят убить. Жестко хотят убить. Я тут поразговариваю еще с вами.
Так, 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 ждем, 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 что кто-то подойдет, и я выйду. Сейчас только кто-то подходит до двери, я его замочу. Подожди, не подходи к двери, я знаю, как к нему обойти, походу. Я опередил вас. Ребятушки, я вас опередил. Вообще вентиляция была, что за беспредел. Отлично, ребята, убегаем, убегаем скорее, все, вниз, 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 вниз. Фух, слава богу. Я знаю, где Дима. Я просто вас немножечко опередил тем, что я атаковал первый. Если бы я ждал атаку, вы бы меня убили. А ну, открой. Так, я внизу в подвале вас жду, чтоб вы интереснее было мочить с вами. Давайте, Рим, сейчас... Кто это сделал? Куёка. Да, да. Я уже внизу, я внизу. Зря вы там стреляете. Да сейчас я Диму вынесу. Ну давай, давай. Давайте, мужики, а я не дам это сделать. У меня есть секретное оружие, я не дам, оно давай. Мое любимое. Ну давай. Почему там уже бомбу спустить? Нет, 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 я убегаю. О, я беру невидимого, я специально возьму невидимого аниматроника, чтобы они не могли найти. Вот, смотрите, 8500 жизней, давайте, это реально. Хуёк, отойди. А чё я вас не вижу? Вас нет в подвале. Да потому что ты нас убиваешь. Радекс, да я выйду. Я не убиваю вас, я уже жду вас внизу. Убили! Убили, да ладно. Знаете, как я хотел? Я хотел, чтобы вы вышли в подвал, и я уехал наверх и не пускал вас в подвал. И вы там постоянно сидели. Ну хитрые, хорошо, хорошо. Давай, Дим. Вы же видите, я взял уже аниматроника, который не бьет на расстоянии, только по прицелу. Да, 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 да. Поэтому я убью вот этого. Сами-то за что? Хуёка, ты куда? Да ваши шары вонючие, отвалите, подсказал на свою голову. Надо было не подсказывать. Отлично. Блин, в следующий раз мы реально добавим мод на двери разрушаемые. Говорю, дверь закрыть. Нельзя никому заходить в мою дверь. Моя дверь. А, там есть путь. Я знаю эту карту. Тут есть путь, можно не через дверь выйти. Да вроде только так можно. Нет, ты крайне ошибаешься. Крайне? Да, ах ты и... тварь! Нет! Ну нет! А, вот так значит. Хорошо, тогда беру аниматроника, который бьет на расстоянии. Вы очень хитрые, очень. Да, все-все. Это вам за тиразы поубиваю вас, за то, что вы меня много мочите. Вот так вот, все. Отлично. А вот теперь, все, я сижу в этой опять комнате. Кто попробует зайти? Я попробую. Ну давай. Так это будет долго, потому что я пойду обходным путем. Ну давай. Так, а я даже знаю, где, в какой он комнате. Блин, это было круто. На чего ты стреляешь такого мощного? На тебе за это. Хотел вам еще одно оружие подсказать, но не буду вам подсказывать, потому что это уже читерски будет. Ай! Ай! Жопа, жопа, жопка! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты меня убил! У вас еще красные гранаты есть, конечно. О, привет! Поцеловались! Ай! Ай-яй-яй! Жизни мало остается! Я выхватил тактику, когда я лежу на полу, она не так, кстати, бьет. Видите, когда лежу, она проскакивает постоянно мимо меня. Дим, ты как-то обнагрел. Классно, ребята. Этот ролик очень мне нравится. Блин, теперь буду так всегда веселиться. Это же круто. Так, 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 так. Давайте, если вы меня в течение минуты не убиваете, я выиграл. Кстати, у меня всего осталось 10 тысяч жизней. Дим, а я, кажется, знаю, чем тебя можно убить, но мне на твое разрешение. Можно взять противотанковое орудие? Ну давай, хорошо, давай. Радекс. Время пошло, я буду шкериться специально, чтобы вы меня не убили. Я буду специально сидеть. Так, все, давайте, с этого момента минута идет отчета. Мы тебя можем любыми, да, кроме ядерных взрывов. Ага, да? Ну, ядерный взрыв, это ж читерский будет. Вы должны остаться живыми. Убить меня, но остаться живыми. Ну тогда зря. Хорошо, давай. Веди спел. А он в комнатке там. И я в комнате реально сижу. Я в комнатке вот сижу. Веди
успел. Так, нет, я видимый, я видимый. Я взял фу ППР, который бьет на расстоянии, он не может вставать невидимым. Хуёка! Да. Ребята, полминуты прошло. Полминуты. Я понял, он в вентиляции. Блин, спалился, надо валить. Надо валить. А как ты за что в вентиляции сижу? А я увидел твою руку. Ай, блин, валю, 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 валю оттуда. Покидайте вентиляцию, Арман, вентиляцию. Ай, шары, шары, быстрее валю. Да быстрее, вот так вот. Они не долетают. Ну что, еще чуть-чуть, я победитель. Давайте еще полминутки вам даю. Классно. Друг друга бьют, а мне ничего. Дима, иди в свою комнату, где ты сидел раньше. Все, ребята, время ваше вышло. Вы не смогли меня убить. Хотя могли красными гранатами забросать всю карту и убить меня. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.